Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Озимок». Добрый день! Предлагаю сегодня связать такие красивые цветочки, листочки, бутоны, поучиться, как это вяжется. Вяжется очень просто, быстро и красиво. Ниточки у меня хлопок, крючок у меня маленький, двоечка. Вот, так что давайте посмотрим, как это вяжется. Свяжем сами цветочки, лепесточки. И будем украшать вязаные изделия. Итак, берем любые зеленые ниточки, которые есть. У меня это меланжевые ниточки. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в кольцо. Вяжем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. И в кольцо вяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Это будет 6 у нас. 6. Теперь вяжем 1 столбик с двумя накидами. Делаем накид, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, делаем пико, 1, 2, 3, вот, вяжем пико, столбик с двумя накидами, вяжем вторую половинку нашего листика и еще 6 столбиков, помните, да, у нас было 6 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот один листик мы с вами связали. Принцип листика всегда будет один и тот же, одинаковый. 2 воздушные петли, 1, 2. И соединяем, вот где у нас здесь были воздушные петельки, во вторую воздушную петельку. Вот листочек наш готов. Теперь вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 петель просчитываем, возвращаемся. 2, 3, 4, 5. Замыкаем. Вот. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем все то же самое, в том же направлении, точно такой же листочек. Вот. То есть у нас здесь с вами будет еще 5 столбиков в сам наш круг. Вязываем наш второй лепесточек, 6 довязали, 2 воздушные петли сделали, присоединили в самое начало вязания. Вот. Два листочка у нас с вами готовы. Теперь вяжем 20 воздушных петель и опять листочек на последних 5. То есть делаем стебелек, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот, отсчитываем 5, 1, 2, 3, 4, 5. И опять на 5, мы делаем, мы вяжем вот такие листочки. Они должны смотреть в одну сторону. Делаем повтор. Вяжем один листочек, помните, да? 1, 2, 3. И еще 5 столбиков. Всего у нас будет 6. Вот. Вяжем точно такой же листочек, точно такую же пару вяжем. Вот. Связали листочек, отступили 10, 5 замкнули, второй листочек. Вот. Вторую пару вяжем листочков здесь, но сейчас немножечко длиннее у нас тут будет. Вот. Вяжем. И что у нас с вами получается? Вот наша первая пара листочков, отступили здесь 20, вторая пара листочков, отступили 20. Вот, ох. Связала еще один листочек и еще 20. Вот.
И здесь можно нам связать бутон. 3 воздушные петли, держим пальцем вот это место, где у нас 20 петелек закончилось, и вяжем столбики с накидом 5 штук. 1. Так, еще разочек. 1. 2. 3. 4. И 5. Все. Здесь мы ниточку зеленую обрезаем. Тут у нас как бы идет завершение. Вот. И берем ниточку нашего красного цвета. Сделали узелочек, чтобы удобно было присоединять. Вот, узелочек сделали. Повернули вязание. И самый первый столбик присоединяем. Нашу красную ниточку. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь смотрите, в каждый столбик, не довязывая, полстолбик. 1, 2, не довязывая столбик, да? 2, 3, 4. Вот. У нас 5 на крючке петелек. Вот такой бутончик. 1, 2, 3. Через все петли ниточку пропускаем. И вот здесь уже, можно сказать, наш бутон готов. Вот. 1, 2, 3. Последний столбик. Соединительным столбиком присоединяем. Вот. Наш бутончик готов. Нам осталось только спрятать наши ниточки и украшать нашу салфетку, для которой мы, в принципе, и вязали. Хотя, конечно, эти украшения подойдут абсолютно для любого вязаного изделия. Это будет очень красиво, это будет оригинально. Быстро, да, абсолютно быстро вяжется все. Вот, кончики нужно обязательно убрать, чтобы они нам не мешались. Зеленые ниточки в зеленые мы уберем. Красные в красные уберем, чтобы не видно было остатков наших. И у нас получится очень красивый. Можно бутонов связать несколько. Тут уже смотрите на ваше усмотрение. Я показываю вам только принцип вязания, как можно связать. А составить композицию вы уже составите сами, как вам хочется, сколько бутонов связать. Получается вот такая композиция. Я думаю, нужно добавить еще один бутончик. Но для этого нам нужно сделать, конечно, привязку в том месте, в котором мы хотим ее сделать, да? Допустим, вот я думаю, вот здесь сделать под листочком, чтобы не видно было привязку, вот сюда куда-нибудь присоединить. Вот. Чтобы потом можно было спрятать наши кончики, их было не видно. Присоединили. И, допустим, вяжем еще 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для красивого изгиба добавим 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот. Получилось где-то 5 петелек мы держим в руке. Четвертую вкалываем и вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такой наш будет белого цвета, да? Так тоже бывает. Здесь ниточку мы с вами обрезаем. Ох, как-то я так-то сделала некрасиво. И распустила, да? Так, получается у меня 1, 2, 3, распустила еще 4 и 5. Вот. Вот здесь хотела обрезать неаккуратно. Все, ниточку заправляем.
поворачиваем вязание наше, вот, делаем петлю на крючке красного цвета и вяжем еще раз наш бутон. Вот, то есть последнюю петельку вкалываем, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в каждую петельку мы с вами провязываем столбик, но его мы не довязываем. Так, что-то тут у меня такое. Вот, то есть можно привязать бутонов столько, сколько вы хотите. Главное сделать это в таком месте, где это будет не видно, за листочком, да, допустим. Вот. 1, 2, 3. Присоединились. Все, ниточки все оборвали. Я думаю, 2 бутончика будет хорошо. Можно больше, тут, конечно, разговора нет. Это уже кто как. Кому как больше нравится. Все, здесь мы закрепили ниточку и отрезали ее, чтобы она нам не мешалась. Вот. Я обычно еще проглаживаю через мокрую марлю все свои работы. Тогда все столбики становятся ровные, аккуратные, красивые. И вот эти хвостики, они тоже как бы больше не выглядывают. Они обычно приглаживаются с марлей. Их уже не видать. Вот, то есть вот таким образом тоже бутончик, да, можно сделать. Эту ниточку мы тоже спрячем, чтобы она, чтобы не видно было нам. Вот. Получается, всего-навсего вот так вот минут 15 потратить можно и связать такое красивое украшение. Потому что как вязать розочки мы все знаем, а как вязать бутоны, ну, как правило, у нас нет такого навыка. То есть можно бутончик связать вот с таким окончанием, можно бутончик связать просто вот так вот, тоже вполне может быть. Вот. Давайте попробуем связать. Украшение, я думаю, летом нам оно еще пригодится для украшения наших вязаных изделий. Всем приятного просмотра! Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия вы можете приобрести на моем сайте.